Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья! Как бы не хотелось нам иметь в запасе еще 2-3 недели в декабре, но время неумолимо идет к годовым отчетам. На следующей неделе лаборатория русской кибернетики расскажет о своих итогах, а еще через неделю большой двухчасовой редакционный обзор. Сразу же с удовольствием напомним, что во всех основных безопасных соцсетях, где есть русская кибернетика, вы можете уже сейчас высказаться о музыкантах, продюсерах, издательствах и диджеях, которые наиболее запомнились вам в 2022. Сегодня мы начинаем вместе с проектом Ellipsis и композицией «Мечтая наяву» «Dreaming Awake».
лейбл «Минус 102 градуса по Цельсию» продолжает сотрудничество с проектом «The Cub». И, в принципе, это неудивительно. Композиция называется «Five Minutes». Длится она в полной версии чуть дольше, но пятиминутку, безусловно, выделим.
прошлой неделе получили достаточно обширный отзыв от кибернетического слушателя в YouTube, что хочется больше ломаных ритмов и меньше дипхауса. В контексте ломаных ритмов, конечно же, сразу вспомнили Эда Космонавта и его проект Megabeat. Сегодня слушаем совместную работу Эдуарда и Константина Лавски. Трек называется «Байларина» в ремиксе от проекта «Sunchain». We'll be right back.
Замечательный, сильный, впечатляющий ремикс сделал Кристиан Моник для уральского издательства YKBeat Music. В версии Кристиана звучит трек «Племакс Шавла».
ритмично, танцевально заканчивает 2022 российское издательство Uncle's Music. Композиция «Хокана» от проекта FAR. Один из наиболее ярких прогрессив-хаус треков этого года — работа Володи Профа «Nibbana» была переосмыслена российским дуэтом «Волен Сентир». Насколько деликатно у них получилось.
Друзья, если вы слушаете нас сегодня не с самого начала, с удовольствием напомним. На всех кибернетических ресурсах вы можете уже сейчас заполнить короткую форму голосования и высказаться о музыкантах, продюсерах, диджеях и лейблах, кто наиболее запомнился вам в этом году. Ваше мнение будет учтено, как мы всегда ежегодно делаем при составлении редакционных кибернетических отчетов. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную. Так Юрий Михайлович нам завещал поступать, чтобы найти самые приятные закоулочки в родных местах. Денис Рыжов из проекта Underdog представляет любопытную этногеографическую пластинку Келгома, которая вышла на лейбле «Местность». Все треки релиза связаны с нижегородскими поселениями, в которых когда-то жили макшане. Хотя эта мордовская этническая группа уже практически полностью обрусела, но от нее, в частности, остались загадочные названия «Инвет», «Сетмоши», «Оттол», «Мокша». Почти как заклинание. Денис в этом альбоме заявляет о своей генетической и исторической ответственности перед предками, поэтому в своем электроэтнографическом путешествии представляет, под какие мелодии могли бы танцевать дети нынешних макшан, если бы идентичность была сохранена. Да-да, история не любит сослагательных рассуждений, поэтому мы с чистым сознанием погружаемся в стрекочущий брейкс и IDM, которые переливаются искорками солнца, преломленного через капельки свежей росы, через капельки слез. Но дело уже сделано. Настоящее бессмертие — это память, а в альбоме «Андердога» она точно зафиксирована. Денис Рыжов, проект «Андердог», и послушаем композицию «Мокша». Пусть это будет аудиооткрыткой от былого, от наших предков. We'll be right back.
Спасибо лаборатории русской кибернетики за нелинейную премьеру этой недели. Продолжим вместе с издательством Intricate и композицией Suspicious.
Крошечкин, издающийся под творческим псевдонимом Исток, объединился с коллегой Аргео или Арджео, по-разному можно произнести, для записи композиции «Канелла» в скором времени в каталоге издательства «Environment». We'll be right back.
могут быть Иван, Евгений и даже Григорий. Джон Грегори – такой творческий псевдоним у этого артиста. Композиция называется «Waiting», а пластинка – «Cosmos EP» для издательства «Spring Tube». Издательство Big Toys Production ставит одну из декабрьских точек на своей музыкальной системе координат – проект Lodelic Ornican и композиция Remember.
Эта композиция увидела свет в мини-альбоме, если не ошибаюсь, еще в октябре, но терпеливо ждала своего часа в наших редакционных резервах. Фиали и Аленушка. Shine для издательства Saber Wave. Российский дуэт «Волак». Александр Горохов и Станислав Москалев записываются вместе с Грегом в совместной работе «Невидимый ребенок» «Invisible Kid». Thank you.
друзья, буквально через минуту продолжим во втором часе русской кибернетики этой недели. Пожалуйста, не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.